Коронавирус продолжает держать напряжение Одесскую филармонию. Напомним, 11 августа стало известно, что театр закрывают на карантин. По словам директора филармонии Галины Зицер, 10 работников театра получили положительные тесты. Большинство сотрудников были направлены на больничные. Некоторые подписали заявление о временном отстранении от работы в связи с карантинными мерами. Первым положительный тест получил один из дирижеров филармонии, после чего было принято решение сдать анализы всем коллективам. 3 человека находятся в больнице, 5 в тяжелом состоянии. Для остальных сотрудников болезнь проходит бессимптомно. Когда попал дети только в больницу, сразу приехала бригада и сделали дезинфекцию во всем административном здании. А потом уже перед началом фестиваля Ботвиновы, сделали очень серьезную такую крутую, я бы сказала, санобработку зрительного зала, вестибюля, туалета, полностью все зрительные части. Безусловно, настроение у людей очень подавленное, очень. Люди устали, полгода ничего не без контакта, без работы. Это морально, это страх. Мы нашли, поэтому, учитывая, что я видела, что уже люди на грани такого состояния, я нашла вот такую форму, как ОПТР. Нам разрешили, мы работали, записывали. Больше того, мы делали концерты в зале филармонии без зрителей онлайн и транслировали прямой трансляции через YouTube. Но нам и это теперь не разрешили. В связи со вспышкой ближайшие мероприятия пришлось отменить, однако актеры и музыканты продолжают репетиции в онлайн-режиме. Помимо усиленной дезинфекции, зал филармонии будет заполнен только на 50%. Также запланирована шахматная рассадка зрителей. Во время концерта зрители должны быть в масках. На входе также необходимо пройти температурный скрининг.